Слава Господу! Слава. Я приветствую всех, кто находится на этом месте. Мне очень приятно быть в вашем собрании и разделить радость по местной церкви сегодняшним праздником. И я поздравляю вас с этим прекрасным праздником. И Библия говорит так: иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Слава Господу! И сегодня уже говорилось об обилии этих плодов, которые мы все можем наблюдать, как прекрасно все выглядит. И мы понимаем, что это все рука Творца, невидимого Бога. Иногда можно идти по рынку, по рядам рынка, и говорят: купите те или иные овощи, фрукты. И говорят: это я вырастил, это моя рука. Это я сделал. Но если бы не Господь, то ничего бы и не было. Пусть Бог благословит. Я буду проповедовать из Евангелия от Марка, 4 глава, с 35 стиха. Евангелие от Марка, 4 глава, 35 стих. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды, нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им: «Что вы так боязливы? Как? У вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» И тема моей проповеди – величие или могущество Божие. Я думаю, что когда мы выращивали эти плоды, когда мы ждали этих плодов не раз в тех днях, в том ожидании приходили трудные минуты. И говорили, что и солнечных дней может быть мало. Молились об этом, вопрошали Бога. Когда говорили, засуха подступила, и мы взывали к Богу. Я знаю, что даже на служениях в церкви заявляли нужду и говорили: давайте помолимся о том, чтобы был дождь, чтобы Бог послал нам дождь. И вот однажды в жизни учеников с Иисусом, когда была такая интересная история, которую мы сейчас прочитали вместе, и Иисус переправляется на другую сторону вместе с учениками в лодке. И говорит: переправимся на ту сторону. Переправляются, плывут. И написано: поднялась великая буря, которую они не ожидали. Опытные рыбаки, опытные те люди, которые имели опыт плавать на лодках, написано, что они убоялись страхом великим. Они убоялись, что же происходит. Они начинают будить учителя и говорят: «Учитель, неужели тебе нет нужды? Мы погибаем». Знаете, когда мы читаем эти строки и обращаемся, мы читаем: «Учитель, неужели тебе нет нужды? Мы погибаем». Я думаю, человек, произносящий эти слова, он находится, наверное, в каких-то обстоятельствах, что действительно он погибает. Не просто где-то волна начала бить о борт лодки. Не просто где-то что-то начало происходить, что небольшой дискомфорт пришел. Говорит: «Учитель, мы погибаем». О, как часто мы в жизни взывали к Господу и говорили: «Господи, помоги нам. Господи, помоги! Ты видишь, наших сил сегодня не хватает, и мы просим у Тебя помощи». И мы видим ту историю дальнейшую, которая происходит в жизни этих людей, которые были с Иисусом. И написано: «И встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. Если быть особенно внимательным, то автор этого послания говорит о том, что была великая буря, и на смену этой великой бури пришла великая тишина. Слава Господу!
О, как часто мы нуждаемся в том, чтобы наша буря жизненная, она сменилась на великую тишину, которую может дать только Господь. На ту тишину, которую может дать в сердце только наш Бог. И тогда мы можем сказать: «Слава Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе!» Это прекрасные переживания, и я верю, что многие люди пережили эту бурю в своей жизни, когда нам было очень тяжело. И мы говорили: «Господи, мы погибаем!» И Он протянул свою милующую руку каждому из нас, благословил и даровал мир в сердце. Слова Иисуса, Он говорил: «Придите ко Мне, все труждающие и обремененные, и найдете покой душам вашим». И мы однажды пришли к Нему из той великой бури, в которой некогда находились, и пришли в великую тишину, которой благословил нас. И более того, сегодня Господь благословляет и дает нам все необходимое для нашей жизни и для благочестия. Все дает, все дает. Но написано: «И убоялись они страхом великим, и говорили между собою: кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Видя чудеса Божии, они так дальше и продолжали рассуждать: а кто же это, что и море, и волны повинуются ему? Многие люди этого века, сегодняшнего, как и тех времен, до сих пор Иисус может оставаться прекрасным оратором, основателем какой-то, может быть, религии, может быть, прекрасным учителем, прекрасным оратором. Но Он для нас Бог, слава Господу. Он есть Тот, Который может успокоить морскую волну. Я был на море и наблюдал такую картину. Говорю: как дивно все устроено. Это Ты положил пределы морю. Море, оно не разливается, не выходит из своих берегов. Смотришь на реки, которые текут, и реки текут в своем русле. О, если бы эти границы были размыты, то что бы произошло? Пришла бы серая масса. Точно так же и в христианстве, когда мы уже отделились для Господа. Бог отделил, спас нас, омыл Своей святой драгоценной кровью, то мы поставили однажды те границы, которые помог поставить нам Бог. И мы находимся в русле, дабы не смешаться с этим миром, который нас окружает, но чтобы находиться в руках Божьих, находиться в русле Божьем, в том, где течение Божьей реки, оно приведет нас в Царствие Божье, в Царство Небесное, во славу Небесного Отца. И я хотел бы сегодня с вами благодарить Бога в молитве, благодарить за Его могущество, за Его силу и за то, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я приведу один интересный факт, и мы будем молиться. Есть такая проза, я ее не помню сейчас дословно, но речь идет о том, что сколько людей населяет землю. 6 миллиардов, кто-то говорит 6,5 миллиардов человек. И если Бог печется и заботится о нас, то вы представьте, сколько хлеба нужно только на один завтрак всем этим людям. Кто-то подсчитывал, говорят, 25 миллионов пудов. Ну, это так, для рифмы может. Ну, кому интересно, можно посмотреть, посчитать. И обо всем этом печется Господь. Мы говорим, рассуждаем о птицах небесных, которых Бог питает. Если собрать всех птиц мира, то и собрать всю пшеницу и тот корм, то хватит не совсем надолго, а птицы питаются. И Христос говорит, что: а вы не лучше ли этих птиц небесных? Мы, самое драгоценное, что мы можем в очах Божьих, это мы, это наши души. И я хотел бы с вами в молитве также благодарить Бога за Его могущество, за Его силу и за то, что мышца Господня сегодня не сократилась, за то, что Он посылает сегодня вовремя дождик, наполняет нашу страну теми солнечными и яркими днями, и жить на Украине прекрасно. Мы проехали с восточной Украины по западную и ехали, смотрим по сторонам, по дороге, деревья меняют окраску. Многие поэты этого мира, они писали стихотворения, прозы, они восхваляли, воспевали осень. Там и Пушкин, и другие писатели, они много писали доброго. И мы как-то ехали и рассуждали, как Бог все это прекрасно устроил. Весною, когда природа оживает, и
солнце появляется после зимних дней. Говорим, жить хочется. Пришла осень, прошло лето, пришла осень. Обилие плодов, как прекрасно. И во всем этом есть перст Божий, почерк Божий. И да прославится имя Господне. Встанем для молитвы и совершим пред Богом.